Эй, ты что это, а, братишка? А я не братишка, я Нюта. Ах, Нюта, Нюта, Анюта. Где ты, Нюта? А я тут, а. Эх, значит, братишка, сидим и плачем. Чья ж ты такая? Я-то? Да, ты-то. Я-то ничейная. Да ты как так ничейная? А ну-ка, не плачь, рассказывай, рассказывай. Сирота я. Мамку и папку колчаковцы расстреляли. Меня тоже хотели, да не нашли. Люди добрые в погребе спрятали. Вот. Ну, а дальше что? А дальше к тетке сюда приехала. Папкины товарищи, машинисты меня привезли. И папка был машинистом. А потом командир был партизанской. Вот его белый-то, белый-то его и убили. Ну-н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 у. А что же с теткой-то? Уехала тетка, уехала куда неизвестно. И вот вышло, что я ничейная. Вот оно что. Ничейная. Постой, кто сказал, что ничейная? При советской власти не может такого быть. А ну, подымайся, братишка, подымайся, подымайся, пошли со мной. Петроград. Весна. 1919 год. Шагает матрос-балтиец. Нюту с собой ведет. Невской, Литейной, Садовая. Зимний дворец в сотни окон своих глядит. Знамя на Смольном на часах стоит, как боец. Тяжелое, лютое время. Колчак наступает с востока, Деникин с юга. В Балтийском море английский флот. Душат, душат враги Россию. Им бы снова заводы богатым, землю богатым, воздух богатым, бедным снова аркан на шее. Финский залив, крепость морская Кронштадт. Вот и трап на борту эсминца Гавриила. А ну-ка, смелей, братишка, смелей. Сюда, сюда, смелей. Глядите, Виров! Виров дитё видел, да? Мир на Балтийский флот! Больно, братишки! Знакомьтесь, Нюта Надеждина. Нюта! Старший матрос Наливайка. Нюта! Очень приятно. Минёр Иванов. Нюта! Торпедист Печенега. Печенега. Котельный матрос Наджмин. Хохлов! Комендор! Так что же, берем в команду, а? Ну чего ж тут спорить? Вот это дело! Зачислить Нюту Надеждину в Балтийский флот. Кто тут? Приют?
Да по какому уставу, по какому приказу, чтоб на боевом корабле дитё? К тому же... К тому же особо женского пола. Тут случай редкий, товарищ боцман. У нее все родные расстреляны. Сирота она! Одиноко же понимать надо! На-на-на-на! Все вы теперь агитаторы расстреляны. Подумаешь, чем удивил. Да нынче расстрелянных, нынче повешенных. Эх, жизнь не в копейку пошла, человече, как снег по зиме не в цене. Но если этого каждого да пожалеть, каждого да на корабль, флот от груза такого потопнет. Семен Захарович, а? Семен Захарович, да пусть же останется. Она ж с воробьиное перышко вес. Молчать! Эх. Киркой не пробьешь сердце-то. Ты что, каменный какой? На-на-на, разговорчики! Тише, тише, товарищ боцман, тише! Хоть и флот, а советская нынче власть. Ну его, ступай к комиссару, Виров. К комиссару? А что же, самое оно аккуратно. Ну, пошли, братишка, пошли, пошли. Комиссаром на Гаврииле был свой человек из флотских, бывший матрос Николай Петрович Лепешкин. О чем и как с ним беседовал Виров, неизвестно. Только согласился комиссар оставить Нюту на корабле. Но скажите, разве подобает матросу ходить в бумазее, юбкой тереть борта? Матросу нужна бескозырка. Матросу нужен бушлат, матросу нужна тельняшка. Сшили балтийцы наряд для Нюты. Глянешь на Нюту, моряцкой заправской вид. Остригла девочка свою косичку, мешала косичка Нюте, из-за нее бескозырка не так сидит. Ну что же, Нюта, Анюта? Пора за морские науки браться. Пора. Ну-ка, иди сюда. Садись и слушай. Эсминец. Эсминец. Угу. Есть боевой корабль. Боевой? Да. Хочешь, пульнет торпедой. Угу. Желаешь, поставить мины. Эсминец — это самый быстрый корабль на флоте. Самый быстрый? Самый быстрый. Он в морскую разведку ходит. Надо, догонит врага. Угу. Ну, а если, скажем, надо уйти, вот дудки его догонишь. Эсминец при других кораблях, ну, вроде бы как... Это кавалерия при пехоте. Кавалерия. Все интересно, Нюте. Расскажи ей про пушки, расскажи ей про мины. Почему это крюк по-флотски зовется гак? А колокол рынды. А лестница трапом. Почему по-морскому тужурка бушлат, а, дядя Виров? Про все объясняет Виров. Нравятся Нюте морские науки. Ходит она по эсминцу, обращается ко всем с расспросами. Пришла девочка и к комиссару. А, брат Анюта, давай заходи, смелей. Вот видишь, тоже сижу за наукой. Ленин, смотри, выступал. Новую программу приняла партия. Серьезные, брат, дела. 8-й съезд РКП. Речь товарища Ленина. Хм, дядь Лепешкин, как же это понять? РКП, 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 а? Р означает российское, К коммунистическое, П партия. Получается, российская коммунистическая партия. Ага. А что такое есть партия? Партия? Ну, как бы тебе сказать? Во-первых, это когда не один человек, а много. Во-вторых, когда у этих у многих единая в деле цель за счастье рабочих, крестьян и всего трудового народа, сражается партия. Эх, брат, мала ты для этой штуки.
Партия Нюта не просто толпа людей. Это есть боевой отряд, цвет трудового класса, один к одному. Ленин ей положил начало. Ясно, брат Нюта? Нет. Ну что ж тебе не ясно? Да, про коммунистическую что-то неясное и про программу неясно. Коммунистическое от слова коммунизм происходит. А коммунизм – это то, о чем много столетий мечтают люди. Все равны. Ни бедных тебе, ни богатых. Ни войн, ни вражды на земле. Болезней тех не будет. Это и есть коммунизм. К нему зовут нас Ленин и партия. Отсюда ее название. Вот это да. Только он коммунизм не с ногами. Он по команде к тебе не придет. Тут, брат, работать. Работать надо. Строить его, как дом, своими руками. К нему небольшак дорога. Идти целиной под ветрами, под бурями. Так вот, чтобы не сбиться в пути, у партии есть программа. Угу. Имеешь программу, смело шагай вперед. Ясно. Она точно пути укажет. Ясно, что значит программа? Ясно. Она как вперед смотрящий. Да, верно. В самый попад, братишка. А на следующий день комиссар Лепешкин проводил на эсминце политбеседу. Начал с положения дел на фронтах, а потом заговорил о партийном съезде, о речах и докладах товарища Ленина. Много вопросов стояло на съезде. Стоял и военный вопрос. «Чтобы побить врага, нам нужна железная дисциплина», — говорил комиссар. «Ленин так и сказал. Железная, революционная, строгая». После беседы собрались матросы на палубе. И вот тут-то заспорили вдруг, кем бы Ленину быть, если б Ленин служил на флоте. Раз Ленин до порядка такое хочет, то боцманом, значит, ему и быть. Боцманом не надо. Дура! Что такое? Ты подковырку в карман убери. Да какой за Ленина душу пущу по свету. Да ты что? Да стойте, братишки, да шо вы, ну, я ж без злобы. Я ж сам хоть кому шею сверну за товарища Ленина. Что ж ты на меня подступаешь? Я так считаю. Ленину быть комендором. А я думаю, торпедистом. Нет, нет, минером. Минером. Кто под Буржуев мину подвел, а? Пиши в минеры, товарища Ленина. Не кричите вы, не кричите. Стойте, тише, тише. Что на судне главнейшее? Котлы, турбины. Без них корабль, что телега без четырех колес. В механиках первой статьи, вот где место Ульянова Ленина. Тихо, Анюта, Анюта, иди-ка сюда, иди-ка. А ну-ка, разреши-ка наш спор, браток. Вот хорошо. Как скажет дитё, так стал на том и быть. Ну так послушай, как же, Анюта? Анюта. Ну не тяни, Анюта. Пусть остается Лениным, а? Это ты верно сказал, Анюта. Верно. Ленин у нас один. На самом правильном месте. Стоят Нюта и Виров на носу Гавриила. Смотрит Нюта на воду, на Финский залив. Другие корабли застыли на кронштадтском рейде. Сторожевые суда «Горностай» и «Куница».
подводные лодки «Пантера» и «Рысь», крейсер «Олег». А вот и линейный корабль «Петропавловск» занял полморя, занял полнеба, пушками вдаль глядит. В море садится солнце, большое-большое, яркое-яркое, огонь, заключенный в круг. Чуть страшно, Анють. А вдруг закипит от такого моря? Если бы Ленин служил на флоте, эка, какую придумать штуку? Оно хоть и просто так, для забавы, а все ж прикинь, откуда такое идет? Ну, откуда? Любят матросы Ленина. Отсюда идет. А хоть бы вот я, к примеру. Да я за товарища Ленина. Да второго такого нет. К нему, братишка, валом валит Россия. Малое, да-да, малое горе, большое горе. Каждый к нему идет. Каждый, каждый. Да, вот и я. Вот чуть что, возьму и пойду. Угу. Да, мол, Владимир Ильич. Ну, такое-то вышло дело. Слушает, дает совет. А в конце... Эх... Держись, товарищ Виров. Держись, товарищ Виров. Совсем размечтался матрос. Волна борта ударяет, звезды кольнули небо. А наш комиссар Лепешкин? Да, Лепешкин. О, такой братишка не подведет. Угу. Дружки мы с Лепешкиным, с Петропавловска вместе. Он сюда комиссаром, ну и, как видишь, Виров сюда. Угу. Так. Самостоятельный наш комиссар-мужчина. Да, время смотри какое. Прав, Лепешкин, богатырское у нас народ. Человеки. Начинай с Гавриила. Возьми наливайку. Да, наливайку. Возьми Иванова. Иванова. Да разве таких одолеешь? Не одолеешь. Нет такой силы, чтобы скинуть советскую власть. А почему? А почему? Народная эта власть. Вот почему. Вот что значит товарищ Ленин. Коротки весной на Балтике ночи, стал розоветь восток. Над Кронштадтом всходило солнце, огонь, заключенный в круг. Как шатуны в паровой машине заходили матросские ноги, дятлом клюнули в палубу каблуки и тут же ударили по доскам градом. Разметались, как косы ленты, разлетелись, как крылья ноги. Руки легли на грудь, Виров пошел в присягу. Волчком закружился матрос, каруселью прошел по палубе, словно в бубны бьют моряки в ладоши. Гармонь, торопясь, задыхается. Любуется Нюта балтийцем. Ноги сами собой от земли отрываются. Вот бы пуститься в пляс. А ну, выходи, Анюта! Барыню, барыню! Выдай цыганочку! Только зачем же Нюте теперь цыганочка? Не нужна ей и барыня. Нюте по сердцу матросский пляс.
неплохая, Анюта! Ух ты, упорная девчонка! Лоцкий, Лоцкий, смотри за вами! А ну, разойдись! Как так, Семен Захарович, а? В чем дело, Боцман? А? Мы же свободное время. Расходись. Время военное. Какие тут игры, какие тут пляски? Где дисциплина? Забыли, что Ленин на съезде сказал? А ведь про пляски на съезде не было. Не было. Комиссар ли просто пришел? Ближе-ка, Николай Петрович! Раздвинься, братва, раздвинься! Давай, комиссар, станцуй! Что ж, и станцуем. Давай-ка повеселей. Зачастили матросы на берег. Зачем им берег? Матросу корабль и земля, и семья. Да, видимо, есть у балтийцев дела. Гостинцы приносят Нюте. Хохлов притащил ржаное печенье. Другого в ту пору с огнем не найдешь. Наджми забавную книжку. Иванов раздобыл карамельку. Матрос Наливайко принес ландринчик. Ценой ни в копейку, ни с ноготок. В матросской кулак ландринчик. На сосновой палочке петух-петушок. Шпоры, гребень, хвост петушиный. Славный достался Нюте гостинец. Хоть ешь, хоть смотри. Но самый лучший подарок приготовил ей комиссар. Башмачки. Башмачки. Настоящие. Настоящие. Точь в точь, как матросские, только маленькие. Только маленькие. И Виров тоже решил сделать Нюте приятное. Повел он девочку с собой в Петроград. День обещал быть прекрасным, но случилось непредвиденное. Увидел Виров автомобиль. От бы Нют промчать по городу, подумал матрос. Радость-то ей какая, такое впервой. Стал он упрашивать шофера, и братишкой его называл, и дружком, и приятелем. Однако шофер наотрез отказался. Виров вскипел, учинил драку. О бесчинстве моряка с Гавриила передали в Кронштадт на Балтфлот. В тот же день был объявлен приказ о списании Вирова на берег. Сам комиссар Лепешкин приказ читал. Вместе с матросом ушла с эсминца и Нюта. А вечером комиссар обнаружил в своей каюте подаренные девочке башмачки. Ногая. Черт побери. Но! Лепешкин, Лепешкин, товарищ Лепешкин, разве дело матросу при бане быть ездовым? Дядя Василий! Ну что? Дядя Василий, давай так, чтобы я на Марфутке ездила. Мал ты еще, братишка. Безногая. Колченогая. Но! Дядь Василий, а дядь Василий? Ну что? А если так, чтобы вовсе забыть про море? Это сказать легко. Нет мне без моря жизни. Водица родная.
соль и бурун. Но! Это я. Я принесла беду. Это я во всем виновата. Я виновата. Проснулся однажды Виров. Глянул. Нет Нюты. Пустует ее кровать. Вскочил, как ужаленный Виров. Где Нюта? Нюта была уже далеко. Шагала девочка по Красной площади. А вот и ворота Кремля. Ты куда? Пропуск? Я к товарищу Ленину. К Ленину? А кто ж ты такая? Я Нюта Надеждина. Откуда? А, понятно. Черноморской сдается флот. Балтийской. А, Балтийской. Ну, а зачем тебе к товарищу Ленину? По важному делу. По важному? Понятно. Ну что ж, давай проведу. Только ты совесть, товарищ, знай. Ничьи распевать идешь. Сказала, что надо, спасибо, будьте здоровы, простите, Владимир Ильич. Был очень занят Ленин в тот день. Выступал Владимир Ильич на каком-то заводе, провел одно за другим три ответственных заседания, принимал делегатов с Восточного фронта, отправлял телеграммы на Южный, в номер газеты «Правда» срочно кончал статью. Не перечислить всех ленинских дел, а все же... Время нашел для Нюты. Хотела девочка сразу же рассказать о Вирове, однако Владимир Ильич опередил. Расскажите, товарищ Нюта, мне про Балтийский флот. Стала рассказывать Нюта и про Гавриил, и про комиссара Лепешкина, и про боцмана Ванюту, и про других. Внимательно слушает Ленин. Наконец улучил минутку, попросил принести им по стакану горячего чая. «Пейте, товарищ Нюта». Не решается девочка помнить строгий приказ провожатого. «Не стесняйтесь, пейте», — опять предлагает Ленин. Отхлебнула Нюта глоток, и Ленин глоток отпил. Нюта опять глоток, и Ленин глоток. Улыбаются Ленин и Нюта друг другу. Глоток за глотком, глоток за глотком. Не заметила Нюта, как пустым оказался стакан. Совсем осмелела Нюта. Придвинулась ближе к Ленину и принялась вдруг рассказывать Владимиру Ильичу про то, как спорили матросы на Гаврииле. Кем Ленину быть, если бы Ленин служил на флоте? Ха-ха, минером, рассмеялся Владимир Ильич. Это я-то минером. Ленин заразительно расхохотался. Ну, решает Нюта, пора про Вирова. Выслушал Ленин, слегка нахмурился. Виров, Виров все науки морские знает. Он города все на свете знает. Он яблочко лучше других танцует. Он хороший-хороший. Душа у него хорошая. Вот последнее, это важно, улыбнулся Владимир Ильич. Написал Владимир Ильич комиссару Лепешкину записку. Просил, если это возможно, вернуть Вирова на корабль. С этой запиской и возвратилась Нюта на Гавриил. Нет, не может быть. Читай, читай, товарищ Лепешкин. Ну, брат Анюта,
Не ожидал я такого. Не ожидал. Только ведь Виров на корабле. На корабле? Выходит, по желанию товарища Ленина, Владимира Ильича, Балтийский флот уже выполнил. Вот так, брат Нюта. Нюта! Виров! Нюта, нашлась! Дядя Василий! Нюта! Дядя Василий! Москву! Да. К Ленину! Ага. Сокол ты мой, братишка! Братишка, братишка! Ненаглядный ты мой родной! Жива! Жива! Ну тише, уронь! Жива! Урони! Дядя Василий! Ой! Я в Москве-то, на вокзал-то, на автомобиле ехала! Ну да! Ага! Ой, жива, жива, голубушка ты моя, жива. Несколько дней на эсминце не смолкали разговоры о поездке Нюты в Москву к товарищу Ленину. И вот уже в какой раз до малейших подробностей приходится девочке обо всем рассказывать. Ну-ну-ну, так что Владимир Ильич про меня сказал? Одобрил, значит? Ну, лешие, теперь, чтобы у меня по струнке. А тебе бы, Нюта, того, оно бы в это, да, в приют. И что ты за человек, Семен Захарович? Да как же так, братва? Чтобы снова она ничейная, да? Постой! Постой, Виров! Не горячись! Зачем же ничейная? Сам посуди, если там будет лучше. Да и мы не забудем. Пойми, ну, будь хоть торговый, а у нас же военный флот. А время? Да что говорить, не мирное нынче время. Нет. Ну, вот что. Увезу я Нюту под Лугу. Ага. Словом, в деревню, к своим. Фу. Ага, ну, что же. Поедешь, Нюта, в деревню? Поеду. Добро. Прощай, братишка. Угу. Помни Балтийский флот. Прошло уже более недели, как матрос Василий Виров привез Нюту в деревню Ромашки, оставил девочку своей матери Пелагеи Никитичны и вернулся на Гавриил. Деревня, в которой осталась девочка, была небольшой, дворов в 30. Большинство изб покосившихся с прогнившими дощатыми крышами, жались они к речке Луги. Рядом находилось имение графа Щербацкого. В 17-м году граф, конечно, бежал. В его имении крестьяне организовали трудовую коммуну. Инициатором ромашкинской коммуны был большевик Юхим Задорнов. Он стал ее председателем. С сыном Юхима Задорнова Ромкой больше всего и сдружилась Нюта в ромашках. Ромка и Нюта вместе бегали в лес, играли в ребячьи игры, вместе ходили купаться. А однажды Ромка даже подарил Нюте гранату, причем настоящую. И эта граната опять заставила задуматься девочку о прошлом, о гибели своих родителей, о Василии Вирове, комиссаре Лепешкине. Как-то Ромка и Нюта снова пришли к Луге, но не купались, а сидели на берегу. Ромка в этот день был очень серьезный. Нюта, выезжаю я. О, куда это ты собрался? Буду бить белых. Белых? Ну,
Ухожу на Колчаковский фронт. Ой, как это так? Это ведь ого-го, как далеко. Ничего, я быстро. Я на коне. Ой, фантазер ты, Ромка. Да нет, ничего не фантазер. Ну вот увидишь. И Ромка выполнил свое обещание. Ночью мальчик исчез. Зря Ромка бежал на Восточный фронт. Через 3 дня белые сами явились в ромашки. А вслед за ними в деревню приехал и бывший графский управляющий Фадей Лихоборов. Приехал Холой. Принесло. Снова драчку рустанет. Не те времена. Молчать! Молчать, говорю! Я вам помитингую. Весь скот сегодня же пригнать в имение. Да, плуги бороны вернут тоже. А вот за то, что пахали господскую землю, платить будете. Да, за все 2 года платить будете. Ишь, чего захотел? Не бывай тешему! Молчать, говорю. Большевикам тепереча крышка. Советской власти считай, что не было. Молчать, говорю. Скоро приедет наш барин и благодетель. Так смотрите у меня, мужики, смотрите, чтоб встречать его, как отца с хлебом, с солью должны вы его. Советская власть не репа, ее свинячим рылом не сковырнешь. Ты что это такие речи знаешь, я тебе что? Она, мужики, с копытом под ножках телок не станет. Правильно я говорю? Верно! Так ему, Юхим, верно! Гнать Лихобурову в шею! Молчать, говорю! Слушай, вот что, Фадей Лукич, уезжал бы ты по добру, по здорову. Да как ты можешь? Можешь так, словно тебя и не было. Вон, бери любого коня и с Богом. Да вы, что, мужики, вы... Да вы что, с ума посходили, что ли? Уезжай, батюшка! Так-то лучше, когда добро. Поговори тут у меня, поговори. Да за такие дела поручик Щербацкий с вас 3 шкуры снимет, подлецевые. Слушай, не зли Лихоборов, не испытывай. Ой. Да чего вас не толковать? Сажай его на коня! Дело говори! Сажай его! Сажай! Бери за ноги его! Вот так! По-барски! По-барски! Держись за гриву! А ну, Буланчик, 7 верст без оглядки! Пошел! Это было вечером, а утром... Утром в ромашке прибыла воинская команда во главе с молодым офицером поручиком Щербацким, племянником тех самых Щербацких, имений которых и было в ромашках. Команду привел Лихоборов. Белые приказали всем жителям собраться на деревенской площади. Коммунисты! 2 шага вперед! Есть коммунисты? Есть. 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 Что? Все коммунисты? Да нет, коммунистов-то только 3 ваше сокровище. Юхим Задорнов, Иван Горемык и вон Палагея Вирова. Остальные просто члены коммуны. Круговая порука вашего сокровища. Так, понятно. Крестьянин... Юхим Задорнов. Юхим Задорнов! Я? Взять его. Крестьянин... Иван Горемыка. Иван Горемыка! Взять!
крестьянка... Пелагея Вирова. Пелагея Вирова! Я! В тот же день ромашкинские коммунисты Юхим Задорнов, Иван Горемыка и Пелагея Вирова были повешены. А вечером в дом Щербатских, где пьянствовали белогвардейский поручик и Фадей Лихоборов, влетела граната. Раздался страшный взрыв. Гранату бросила Нюта Надеждина. Дорога, дорога, судьба, дорога, дорога, как время бежит. Утро, проснулось солнце, скинуло шапку. Здравствуйте, люди! Здравствуй, Анюта! Братишка, куда ты идешь? Дорога, дорога, идет она полем, то лесом вьется, то через речку мостком скрипит. Лезет на горку, сбегает в низину, ворожи шуршит змейкой. Нюта ночует в крестьянских избах. «Куда же ты, дитятка?» — спросит хозяйка. Ответит что-нибудь невнятное Нюта. Не пытает больше хозяйка. Мало ли дел на земле у людей. Выспится Нюта, а утром «спасибо» и снова идет вперед. Дорогой мужик едет, остановится. «Кто ты такая? Садись, подвезу!» Залезет Нюта на дороги и снова ответит так, что только думай догадай, куда же идет девчонка. Оберегается Нюта. А вокруг, везде, как в ромашках, стонет вокруг земля. «Куда ты шагаешь, Нюта? Что ждет тебя в палеве этих суровых дорог в это нелегкое лето? Дорога, дорога, судьба, дорога, шагает по небу солнце, шагает под небом Нюта. Дорога, дорога вперед бежит. Нюта идет в Петроград, в Красный Питер ее дорога». Однажды Нюта ночевала в большом селе. Село было занято белыми, но Красная Армия находилась рядом. Она наступала. Белые готовились к обороне. Среди дня в село зашел незнакомый мальчик, оборвыш, нищий, с латаной торбой через плечо. Он ходил от избы к избе, стучался несмело в двери. «Сироте бездомному, люди добрые! Христа ради, подайте на пропитание!» Мальчик шел медленно, осторожно пробирался между обозных телег, с любопытством посматривал по сторонам. «Сироте бездомному на пропитание подайте!» «Ромка! Ромка! Ромка!» «Тебе чего?» «Я Нюта, Ромка! Ну я же Нюта, Ромка!» «Я не Ромка!» «Что?» «Дяденька, дяденька, Христа ради, сироте бездомному, подайте на пропитание. Дяденька!» «Пошел вон!» «Держите его, он же красный разведчик!» «Ну да, не может быть!» «Это ясное дело!» «Стой! Куда?» «Стой, не уйдешь!» «Дяденька, не видали мальчика? Милостыню тут собирал, а?» «А мало ли кто шныряет-то?» «Дяденька, дяденька, не видали мальчика? Милостыню тут собирал? Тетенька, тетенька, не видели здесь мальчика? Он милостыню собирал. Ой, ох, убили его офицеры. Убили. Он оттуда, от красных, солдат считал пулеметы. Такой-то малой, словно мой Вася, годов-то ему с 13. Господи, да что ж там творится?»
Да что ты, родимый? Ромка. Ромка считал солдат. Пушки. Ага. Я ведь тоже могу. Я сумею, сумею. Ночью Нюта пробралась к краю села, перешла овраг и вышла на дорогу, поднимавшуюся в гору. Там, за горкой, всего в 4 верстах, другая стояла деревня. В ней находились красные. Разыскала Нюта командира и рассказала ему все, что знала. И про разведчика Ромку, и про белых, про то, где у них караулы расставлены и какие в селе части стоят. Одно орудие, 3 пулемета. Я сама видела. Один пулемет стоит у них на колокольне. А беляков, говоришь, много? 600 насчитала и сбилась. Так. А красноармеец Задорнов, значит, расстрелян. Но мы им отплатим. За все отомстим. За все. Утром красные ворвались в село и разбили белых. Нет лучшей награды матросу, чем снова вернуться на море. Балтийское море, Финский залив. Волны бегут, как стаи. Благополучно добралась Нюта до Петрограда, вернулась на Гавриил. Эсминец в эту ночь уходил в Копорский залив. Вот и оказалась Нюта в открытом море. Мерно гудят турбины, за бортом тишина, лишь волны скребут обшивку. Не заметила Нюта, как и заснула. От всех их вода! Комиссар, комиссар, товарищ лейтенант! Тут я без паники. Гавриил подорвался на минах. Вчера в этом месте их еще не было. Сегодня уже стоят. На целые версты кругом мины и мины. Морские поля из мин. Эсминец кренился на нос и на правый борт. Через пробоины в трюмы врывалась вода. Она заметалась по корабельным отсекам, влетела в турбинный зал, лизнула коридорные трапы, побежала в матросские кубрики. Гавриил оседал. Матросы поспешно спускали шлюпки. Шлюпку давай! Живей, давай, живей, братишки! Девчонку спасай! Братишка, братишка, да где же Вира? Взяли, братишки, ну-ка! Страшно! Ой, страшно, дядя Василий! Не дрейф, не дрейф! Не дрейф, ну-ну-ну-ну, что нам море? А думаешь, море? Мы же балтийцы! Стой, стой! Придержи шлюпку! Девчонку принимай. А ну, подхватывай. Ну, вот так. А ты что стоишь, Вера? В лодку прыгай с девчонкой. Прыгай, тебе говорю. Прыгай, и чтоб не головой за дитя. Кровь из носа, душа наружу, чтоб... Все, товарищ комиссар. Все до единого. Ну, боцман, обнимемся напоследок. Прощай, Гавриил. Прощай. Наверх мы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Прощайте, товарищи, с Богом, ура! Лодка была перегружена. К тому же возникла течь. Люди не успевали вычерпывать воду. Надо было срочно уменьшить груз. Тогда поднялся старший матрос Наливайка. Ну, братишки, не забывайте! Ну, Нюта, прощай. Ты, Виров, сиди. Ты, Нютке, отец? Сейчас я пойду. Один за другим матросы покидали шлюпку. Через час в лодке остались Виров и Нюта. Еще через час лодка пошла ко дну. Еще через час Виров вынес Нюту на берег. Дул ветер, все так же бурлило море, бежали волны, лебедиными крыльями били в песок. Глянуло солнце, бесшумно прощался с водой туман. Виров сгреб Нюту в свои здоровенные руки и поднял ее высоко над собой. Он шел, не спуская Нюту на землю, тянул ее к небу и солнцу. Балтиец шел и, казалось, кричал: «Вы видите? Девочка жива! Вы слышите? Девочка жива! Смотрите! Смотрите! Вы видите Нюту?» И все увидели Нюту. Ее увидели Петроград и Кронштадт. Ее увидели войска, которые перешли в наступление и навсегда погнали с советской земли Юденича. Ее увидели корабли Балтийского флота. Ее видело море, видело небо, видело солнце. И вдруг закричало солнце: «Много весен тебе, Анюта!» Качнуло суровое море: «Много весен тебе, Анюта!» «Много весен тебе, Анюта!» Прогудел беспокойный ветер. «Много же весен тебе, Анюта!» Нюта, Анюта, наш дорогой братишка.